В Самару прибыл морячок. Небольшая яхта микрокласса длиной 5,5 метров отлично подходит для длительного путешествия. В экспедицию под флагом Русского географического общества судно отправилось из Уфы 1 июня. Управляет морячком капитан, в прошлом военный летчик Константин Костомаров. В Самаре он сделал остановку и побывал в местном отделении Русского географического общества. Одной из главных целей составления маршрутно-путевой карты для, скажем, последователей, которые захотят либо повторить полный маршрут, либо частично где-то в какой-то степени, значит, пройти от Самары, там, скажем, до Саратова, там, или от набережных Челнов там, до Волгограда. От самарских моряков Константин Костомаров получил медаль в честь 310-летия российского флота, а также памятные подарки и пожелания доброго пути. На морячке капитан проплывет по рекам Белая, Кама, Волга, пройдет через 14 шлюзов Волга, Донского канала и Азовское море. Через Керченский пролив выйдет в Черное море. По пути планируют также исследовать экологическую обстановку. Они по ходу проводят экологический мониторинг береговой линии и островных территорий. И, может быть, в процессе этого мониторинга они выявят особенно ценные участки экосистем и предложат их для дальнейшего перевода их в статус особо охраняемых природных территорий. В пути небольшая яхта пробудет 2 месяца. Прибыть в Севастополь путешественники планируют в конце июля. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.